В рамках программы «Активное долголетие» осенью прошлого года в Подмосковье ввели новые командные виды занятий, в том числе настольный теннис. Участники клуба еженедельно их посещают и осваивают олимпийский вид спорта. Давай, бей. Люберчанка Светлана Медведева посещает клуб «Активное долголетие» несколько лет. В секцию настольного тенниса пришла недавно. Этот вид спорта, считает она, отличный способ поддержать форму. Мы очень довольны и планируем сюда ходить долгие годы. Интерес в игре – это что-то, победы, забивать голы – это все реально даже для женщин, независимо от возраста. Опа! Алексей Зуев – подполковник в отставке. 68-летний житель Малаховки со спортом не расстается с детства. В клубе «Активное долголетие» нашел не только занятия по душе, но и встретил новых друзей. У нас здесь разные образования, разные интересы. Но, тем не менее, есть о чем поговорить. А ведь вы сами знаете, что пенсионерам не хватает общения. Нас объединяет любовь к теннису. Стремление научиться именно правильно играть. Тренировки стараемся не пропускать. У нас приходят даже парами. Вот, допустим, под 80 лет есть. Слуткарин много приезжает, Малаховка. Ну и выберцы с города сюда приезжают. У нас для всех открыты двери. В настольный теннис здесь играют более 50 человек. Занятия проходят 3 раза в неделю с 16 до 20 часов. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.